Здравствуйте. Вот опять жалуемся, Карбина, Телеком. Все одно и то же. Вчера не было интернета, и сегодня целый день нет интернета. Время 4 часа дня. Спрашивается, нахуя он нужен, за что мы платим деньги? Это опять центральный район, Фурштадская, дом 3. Подключено как юридическое лицо к нам? Да, юрлицо, договор 828-641, 14.08.08. Значит, 828-641. 41, да. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Вчера мы жаловались, ругались, хуесосили добрым пилком, Карбину Телеком, блядь, все обещали, блядь, все будет работать. И сегодня опять такая же хуйня, интернета нету. Ну, блядь, 6500 платим, просто такая разводка. Даже 100 рублей-то жалко платить. Вообще интернета нет. У нас, блядь, страдает вся компания, мы несем убытки. Помогите, подскажите, может, в центральном районе есть другой оператор-то? Куда бежать-то, как бы, от этой Карбины Телеком? У вас там сервиса нету, вообще такое говно, и не вызвать никого, ни техника, ни хуехника, просто по телефону разводят, посылают нахуй и все. И какую-нибудь блевотину ставят, эти мелодии ебанатские, блядь. Какая их, сука, поставила, я точно нос сломал. Пожалуйста, помогите, а дайте какой-нибудь оператор, может, в центральном районе есть нормальная фирма-то, только не это ебучим и пилком-то, есть что-нибудь другое, это человеческое, где будет интернет работать? Не в курсе, не могу вам подсказать. Ну, так скажите директору, что он хуесос-то, ну дайте ему по морде-то, блядь, ну что за хуйня-то, когда будут услуги-то, ну почему нас разводят-то каждый день? Мы, конечно, доедем до Белой Куны, и точно я и железным клюком дам кому вашему генеральному директору по морде, блядь, чтобы он больше этими услугами не занимался, блядь. Просто хуйней занимайтесь, какая-то разводка. Каждый день это блевотина, нет интернета и нет интернета. Мы уже заебались вам звонить, нам больше делать нечего, что ли. Звоните и унижаться и говорить, что у нас нет интернета. А в ответ тебе скажут, а у нас нет технического специалиста, блядь, ебитесь как хотите, блядь. Все каждый день одно и то же, ну, блядь, доживю уже какой-то, блядь. Совесть-то есть у вас вообще? Вообще стыд какой-то или что? Я не понимаю, что за херня-то, блядь. А, собственно, что у вас произошло? Ну, блядь, какой-нибудь директор или кого-нибудь, какой-нибудь скота какой, кто у вас генеральный директор? Где это белые иконы? Давайте мы туда подъедем, какую-нибудь морду набьем. У нас все одно и то же, интернет не работает, все одно и то же, блядь. Вчера было, нас разводили целый день, ремонт на линии, там хуйня какая-то на линии, здесь какая-то хуйня на линии. Мне кажется, в головах какая-то хуйня у вашего руководства, блядь. Вчера целый день нас продинамили, блядь, и сегодня все то же самое. 4 часа дня интернет не работает. Нахуй он нужен вообще? Ну, давайте просто разберемся, что у вас происходит, потому что... Да, мы просили разобраться, мы вам звоним с 20 декабря, я звоню, практически каждый день, все рабочие дни, блядь. Каждый день мы звоним, нас все время все разводят, что у вас специалистов нету, вызвать нам некого, оплатить нам некого, блядь, вообще нихуя ничего не сделать. Все, ты должен подписывать на интернет, на ноутбук, и все заработает, все, блядь. Больше никаких лекарств у вас нету. Ну, сколько просто это будет продолжаться? Я смотрю, у вас последнее обращение, которое зафиксировано у вас, это 12 декабря, когда у вас служба техподдержки. Это было 12-го, 21-го, вчера мы вам звонили, это же каждый день происходит. А в чем у вас проблема заключается с активным оборудованием? Нету интернета, блядь, нажимаешь, а там хуй нарисован, нету интернета, что, какая проблема? Не работает ничего, ни почта, все парализовано, интернет не работает, бухгалтер, все работа парализована. Нет, ну я имею в виду, у вас там проблемы с активным оборудованием, я вижу, у вас там с утром была проблема. Я не знаю, мы умоляли выслать специалиста, мы сказали, мы все оплатим, ну пусть приедет нормальный инженер, какой-то посмотрит. Мы щелкаем этот ваш ебучий роутер, но ничего не спасает. Сейчас вот его пощелкали, интернет заработал, но это же не может быть так, это как анонизм занимаешься. Сейчас вот он заработал, до этого не работал, но так же невозможно. Понятно, тогда, соответственно, проблема в роутере, может быть, вы просто замените его? Да, мы для этого просили, дайте какого-нибудь инженера, пусть он сюда приедет, посмотрит, если надо роутер, мы заплатим деньги, если надо усилитель, пусть поставит усилитель. Ну, просто нам говорят, у нас таких услуг нету, блядь, то есть я должен сам от балды пойти и где-то искать мастера, который будет возиться в вашем оборудовании. Ну, бессмысленно, правильно. Действительно, у нас такой службы нету. Да нет, ну, блядь, дополняешь. Это вообще хуйня. Это директору можно просто в ебло плюнуть, блядь, хахнуть в рожу ему и сказать, что он животное, блядь. Как у него нету таких услуг, блядь? Вы обязаны, вы предоставляете услуги, вы берете за это огромные деньги. Вы не 30 рублей берете, 6500 ежемесячно, блядь. Да за эти деньги с директора можно скальп снять живьем. Нет, ну это же проблема. Ну а как, вот кого надо сказать? Настройки оборудования? Ну я приду хоть дуралей, блядь, этого маньяка-интернетчика. Ну и что, он здесь поковыряется и уйдет, ему насрать. Он не работает в Белкоме, и в вашей этой Карбине, этой хуйком тоже не работает. Что нам делать-то? У нас все это каждый день одно и то же. Помогите, ну дайте хоть каких-то мастеров-то у вас должны же быть. Кто у вас устанавливает-то? Ну давай сейчас я постараюсь выяснить, кто может вам помочь. Сейчас, одну секундочку. Ну вас очень просим, помогите, пожалуйста. Хорошо.